Конец 80-х, начало 90-х. Кинопленку теснит новый формат – магнитная лента. Сейчас трудно поверить, но тогда снимать на видео было дороже, чем на кино. Именно этот дорогой, но перспективный формат фиксировал эпоху 90-х. Эпоху развала великой страны и процесс рождения на обломках Советского Союза новых суверенных государств и их армий. Белорусский военный округ вместе со всей советской армией готовились к горячей войне, а проиграли в холодной. На политической карте мира появились 15 независимых государств. В июле 1990 года Верховный Совет, тогда еще БССР, принял декларацию о государственном суверенитете в составе обновленного СССР. Позже, после событий августа 1991 года, декларации был придан конституционный статус. Согласно документу, Беларусь получила право на собственные вооруженные силы, внутренние войска, органы государственной и общественной безопасности. В этот период еще формально существовало командование Объединенных Вооруженных Сил СНГ. Структура, которая, по мысли ее создателей, должна была сохранить единые вооруженные силы Содружества. Но процесс распада советской армии и создания национальных армий на всем постсоветском пространстве уже стал необратимым. Переговоры между делегациями Главного командования Объединенных Вооруженных Сил СНГ и Республики Беларусь привели к договоренности, в соответствии с которой к вооруженным силам Беларуси полностью отошли части и соединения сухопутных войск и ПВО, за исключением нескольких учебных центров. Около 90% истребительной и бомбардировочной авиации, полк транспортной авиации, полк стратегических бомбардировщиков, воздушно-десантная дивизия. Шестого мая 1992 года Белорусский военный округ был упразднен. На его базе создано Министерство обороны Республики Беларусь. Как известно, военное строительство должно иметь под собой фундаментальную правовую основу. Прежде всего, концепцию национальной безопасности, концепцию и план строительства вооруженных сил. В 92-м году в Беларуси таких документов не было, а значит и не было четкого представления о принципах, на основе которых должна быть создана национальная армия. Разоружение и сокращение – вот суть так называемой военной реформы того времени. Фактически это было стремление решать тактические задачи, не имея стратегического замысла. Только в 1992 году расформировано и реорганизовано около 280 частей. Сокращено почти 30 тысяч человек, уволено 7500 офицеров и прапорщиков. За 1993 год предстояло сократить еще четверть частей, уволить 10 тысяч офицеров, что требовало огромных финансовых затрат. Денежное довольствие военных всего за 2 года уменьшилось в несколько раз. В 1994 году его размер в белорусской армии составил: командир взвода – $22 США, командир полка – $35 США в эквиваленте. На эти деньги должна была выживать семья офицера. В том числе и поэтому престиж военной службы резко упал. Белорусская армия теряла лучших, в запас увольнялись тысячами. К 1994 году перевод офицеров в Беларусь из других регионов, бурно начавшийся в 1992 году, сократился в 2 раза. 50% выпускников военных вузов России оставались служить там. Треть лейтенантов заявляли о своем желании уволиться в запас. На 25% снизилась укомплектованность вооруженных сил солдатами срочной службы. Уклонение от призыва стало обычным явлением.
Одновременно победители в холодной войне, развивая свой успех, всеми способами добивались сокращения вооружений. Они и на этот раз достигли своих целей. Взорваны шахты для пуска ракет стратегического назначения. Началось глобальное уничтожение обычных вооружений и боевой техники. В те годы цеха Борисовского танкоремонтного завода превратились в мастерские по уничтожению бронетехники. В Беларуси утилизации подлежали 1773 танка, 130 боевых самолетов, 1341 боевая бронированная машина. Затраты на их уничтожение исчислялись сотнями миллионов долларов. Тогдашнее руководство страны полагало, что ликвидация боевой техники даст республике около 50 тысяч тонн высококачественного металла, а часть узлов, агрегатов и механизмов может быть использована для гражданских целей. Считалось, что таким образом Беларусь не только покроет свои расходы на сокращение вооружений, но и получит прибыль. Расчеты не оправдались. Уже в декабре 1993 года стало ясно, что программа сокращения только пожирает деньги. Увидел, мне плохо стало. Режут и суперсовременную сталь возят в Германию за бесценок. Я тогда приказал прекратить резать. Уничтожили почти в три раза больше, чем Великобритания, Франция и США в Европе вместе взятые. Уничтожали за счет средств на боевую подготовку войск. В этот период в белорусской армии практически перестали проводиться учения, резко снизился налет у летчиков, авиаторы теряли квалификацию. Драматизм ситуации достиг кульминации. Страна оказалась незащищенной. И президент принимает решение прекратить бездумное сокращение армии и начать реальное строительство национальных вооруженных сил. В 1994 году по поручению президента была создана рабочая группа для подготовки проекта концепции военной реформы. Ее возглавил директор Института социологии Национальной академии наук Евгений Бабосов, заместители, начальник главного штаба вооруженных сил Леонид Мальцев и заместитель госсекретаря Совета безопасности Анатолий Тозик. Уже в марте 1995 года Совет Безопасности утвердил разработанную данной группой концепцию национальной безопасности государства. Она предусматривала коренное реформирование всей системы защиты государства от нападения извне. К 1996 году в рамках реформирования вооруженных сил удалось решить многие проблемы, связанные с созданием органов военного управления и подготовки кадров. Были реформированы большинство частей и соединений, созданы мобильные силы, введен территориальный принцип комплектования войск, усовершенствована система контрактной службы, оптимизирована система подготовки войск. В армии не могли не заметить тех положительных изменений, которые произошли в жизни частей и подразделений. У офицеров и прапорщиков, которые, несмотря ни на что, сохранили верность своей профессии и продолжили служить Отечеству, появилась уверенность в том, что они сделали правильный выбор. Эта улица названа в честь первого героя Беларуси – Владимира Карвата. Он совершил свой подвиг в мае 1996 года. Военный летчик Владимир Карват ценой своей жизни спас жителей деревни в Барановичском районе. Он мог катапультироваться, но не сделал этого. Увел неисправную боевую машину в сторону, но сам погиб. Ни в военное время, ни на поле сражения. Не зря говорят, в жизни всегда есть место подвига. Воинские традиции поддерживались офицерами свято, но самих кадровых военных не хватало во всех родах войск. Остро встал вопрос создания национальной военной школы.
17 мая 1995 года в Беларуси создается военная академия. Обучение в ней ведется на 10 факультетах, более чем по 60 специальностям. Впервые в Беларуси начинается подготовка военных летчиков. Мы стали единственными среди государств СНГ, сумевшими организовать обучение военных пилотов. Активное развитие получил новый вид службы – по контракту. Контрактники появились в абсолютном большинстве частей и соединений. В 1995-96 годах было сделано то, что казалось невозможным. Военнослужащих высвободили от выполнения несвойственных им задач. Главным стала боевая подготовка, неуклонное выполнение распорядка дня и расписание занятий. В феврале 1996 года в белорусской армии приступили к созданию социально-психологической и информационной структур. Беларусь первой среди государств СНГ ввела должности войсковых психологов в подразделениях и начала подготовку специалистов социальной педагогики. Число преступлений в войсках уменьшилось по сравнению с 93-94 годами в два раза. Психологический перелом произошел и в обществе. Военная служба восстанавливала утраченный авторитет у молодых людей. И это были первые результаты реформ середины 90-х. Теперь военная организация государства была готова к качественным преобразованиям, чтобы совершенно иной войти в 21 век. Какой? На этот вопрос должна была ответить серия крупных исследовательских учений. И первым из них стал «Неман-2001». Но об этом в нашем следующем фильме.